там Биошок, ну, такие необычные в плане, ну, что-то новое пришло в этот свет, не просто шутер, да, там какой-нибудь Far Cry. А сейчас в основном игры идут либо зомби, либо устаревший там, либо продолжение какой-то серии игр, там, типа Assassin's Creed, Far Cry, да. Ну, может быть, шутеры какие-то. То есть нет такого новшества. На мой взгляд. Ты что-то открепляешь, что я не пойму. Стоп, там что-то... Да что ты делаешь? Во-во-во-во. Ладно. Убил. Бумс, такой маленький взрыв. Открепляй. А, удерживать, наверное, надо. Чё? Чё это, блин, было? О, круто. Давай по очередям стреляем. Давай. Нажимай. Ты куда-то против пулемета? Почему не простреливается эта стена бетонная? Ладно. Короче. Выбрасываем. Берем пистолет. И нажимаем рычаг. Он открывает ворота, на которые мы должны, судя по всему, идти. Ну а для начала соберем все трофейчики. Ну, насколько влезет. Карман-то у нас, я смотрю, широкий. Толстый кошелек. Какой-то бутыль, я не пойму. Коктейль Молотова. Как грены, кстати, бросать. Ну-ка, давайте почитаем. Настройки. Управление, настройки клавиш. Так, что нам здесь пишут? Труба, перезарядка, автомат, бомбеншус какой-то. Так, присесть. G, гранату. И прицел. Все отлично вообще. Короче, G. Так. Ничего нет. Ладно. Отправляемся на эту лодку. Чтобы добежать. И она, смотрите, автоматически сама едет туда, куда нам нужно. Хотя можно было, блин, пособирать там еще. Смотрите, как там второй этаж нам нужно пройти. Нет, хотя вряд ли. Да ладно, все заряжено, что-то проверяешь, что ты назад что ли идем? Эй, подожди, стой. Так. Собираем здесь все. Так. И запускаем вот этот механизм. Сохранение у нас прошло. Отправляемся дальше. Берем пулемет. Используем пулемет. Да, беспалевно так. Зашел, они меня даже не увидели, офигеть. Так, а тут кто-то, мне показалось, еще стоял. Значит, показался. Вот он, бомбеншус. Бомбеншус. Итак, бомбеншус. Высокоточная винтовка крупного калибра. Идеально подходит для боя на среднем и дальнем дистанции. Из-за скользящего затвора скорострельность ее низка, но это компенсируется наносимым уроном. Тут все стандартным. Целиться можно. Кстати, это что, единственное оружие в игре, что ли? Вот он, да? 5 патрон. 5 патрон? Это что вообще такое тогда? Так. Так. Хорошо.
только мастерская... Ёпта, там еще. Только мастерская рука Игоря сможет одолеть противника с первой пули. Попасть, в смысле. Смотрите, он тоже подсвечивается красным, этот баллончик. Путь к спасению. Спасибо. Да, навык есть. Ну ладно, стрельбы. Так, в какую сторону нам конкретно идти? Патрон что-то я трачу. Да, ключ он. Ну! Навык, блин, хренов. Как, я не понял, почему сигнал какой-то, ключ какой-то мне дали. Так, ладно, идем куда-нибудь. В принципе, нам ничего не нужно больше. Все у нас достатки. Смотрите, я даже не понимаю иногда, что мы собираем. Давайте почитаем, реально. Я что-то собираю. Собираю, не понимаю, что... Тут можно пройти, кстати. Ну, например. Так, подходим. Тут ни хрена уже нет. А, вот сюда нам. Иногда мне кажется, что я за собой оставляю какие-то не... Как сказать... Неопознанные или не неисследованные местность, области. Смысл сюда перепрыгивать, если сюда даже войти нельзя? Непонятно. Ну ладно, значит вниз так вниз. Мерзкая псина, уйди. Обычно они не замечают смерть их товарищей. Спрятался. Нахрена им каски вообще? Вот, что мы собираем сейчас? Давайте посмотрим. Ну, это каска, это я вижу. Видимо, она мало восстанавливает, поэтому... Так много их этих приходится подбирать. Вот, например, это. Да, всего 5 единиц брони. Это аптечка. Ну да, аптечка у нас до бесконечности, походу. Итак, записка охраны. Самое главное, Хельге нужно, чтобы на раскопки в Ульфбург отправили 3 бочонка вина. Ошибись. Все просто шикарно. Та-та-та. Отправляемся. Чпокс. Оружие-то не потерял. Голубой огонек. Так. Подождите, стойте. Не понял. Если это выход, допустим, то тогда вот что вон там? Не знаю, есть ли там что-нибудь на дне интересное. Чего? Там золото, смотрите, а как туда попасть? Хорошо. Немного не понял. Там есть вход или нет? Вот это что за... Ладно. Это вода грязная, походу. Ну, сюда нельзя попасть. Ладно, и плывем отсюда нахрен. И нам вот сюда, это точно. Это так допрыгнуть можно. Зажмите левый альт. Чё? Добравшись до верха стены, нажмите левый Alt и V, чтобы использовать оружие, находящееся на краю стены. Находясь на краю стены, левый. А так что? А так нельзя, да? Круто. Подожди. Я так и не понял. Как туда попасть?
смотрите, здесь. Чё? Ты дурак, скажи мне. Может быть, вот так теперь стоит? Нет, смотрите-ка, так нельзя. Ну ладно. Ну, может, там где-то стену можно разрушить? По-любому. Смысл, скажут, зачем ты это делаешь? Зачем ты пытаешься попасть меня? Хорошо. Ладно, может быть, где-то наверху можно там залезть. Туда. Отправимся, пожалуй, вот сюда. Нижний катакомба. О, вот, секретная область. Ну все, здесь мы уже были. Понятно. Круто, круто, круто. Блин, текстурки прописались. В Вольфенштейне первом было, да, дикая пропись текстурок. Не прогру... Отсутствие нормальной прогрузки, скажем так. Ты чё? Опух? Скажи мне. Блин, лаги какие-то пошли. Не, ну нам наверх, да? Или нет? Итак, нужно, чтобы кто-то перевел эту надпись на саркофаге. Эдит Фрейген... Какую надпись-то, ёптую? Чё, секретная какая-то миссия? Вот это же... Мышь 3, чтобы метнуть нож. Когда у вас больше одного ножа, у вас появляется возможность их метать. Нож нельзя метнуть, если вы стоите слишком близко к стене или врагу. Стоя рядом с врагом, вы вместо метания ножа совершаете быстрое убийство. Быстрое убийство. Метание ножа вы можете без... Метать. Да, метая нож, вы можете беззвучно устранить врагов на расстоянии. Ну, короче, я понял. Это намек. Намек. Намек на то, что сейчас нам предстоит это сделать. Так. Подожди. А как выбрать-то его? А-а-а. То есть его даже забрать можно? Нет? Шикарно. Нахрена им шлем? Я так и не понял. Так. А забрать-то нельзя его? Во, можно. Чё, круто. Хорошая функция. Очень даже неплохая. Эта бутылка все время рисуется здесь. Грена. Гранатка. И здесь какие-то штучки. Пистолетные патроны. Так. В чем дело? Отлично, мы смогли забраться. Подожди. А это что такое? Это проход, что ли, да? Бляха, ты муха. Уроды. Заблудился. Ладно. Так. А, подожди, сейчас новую пушку испытаем. Вот она. Ух ты, ёб, так это какая-то винтовка снайперская. Вы чё, охренели, что ли? Всё, с ней ходим. Только вот, блин, как туда спрыгнуть? Я не хочу... Я не хочу дохнуть. Меня смущает то, что... Меня смущает то, что тут нет никакого подъема. Ой, спуска нормального. Может, и есть какой-нибудь? Тут ничего нет? Да нет, тут ничего. Ладно, давайте попробуем спрыгнуть. В любом случае, заодно узнаем, а можно здесь прыгать или нет. Так. Слушайте, ну очевидно, что нет, да? Хм. Ой, патрон-то у нас на вес золота. Так. Ну, знаете, тогда мне немного непонятно. Либо я просто не могу по какой-то причине, да? Так,
Все, смотрим. Ищем дорогу. Ищем дорогу. Ищем дорогу. Идем назад. Ну, здесь все надо осматривать. Вот этот саркофаг. Так. Ой, я его не убил. Подождите, а меня смущает? И что я сюда не допрыгну? Не, мне кажется, не вариант. Нас не обучали прыгать. Поэтому нам сюда не пройти. Но, может быть, я что-то просто не вижу. Что-то не вижу. Но что, я не знаю. А, может быть... Так, ладно. Давайте думать тогда... Блин, ну опять думать придется. Ладно. Так. Смотрим. Может, за рычаг потянуть? Блин, ну неужели тут нельзя перепрыгнуть? Да это как-то тупо даже. Ходим здесь. Я что-то очевидное, видимо, не вижу. Что-то очень... Очень очевидное. Что-то... А-а-а! Это как-то не тот саркофаг. Нажмите левый shift, пробел. Shift плюс пробел. Это мы знаем. Подожди, понял. Все, я-то думал, они просто похожи. Все ясно. Ну так вот, надо... Так, а я туда иду-то? Ладно, дойдем до верха, посмотрим. Хорошо, тогда сходим вот сюда. Нет, вот туда. Посмотрим, что тут. Так, тут у нас... В принципе, ничего интересного. Да не в принципе, а так и есть. Туда тоже... Нет, ну не хочу. Сейчас упадем еще вниз. Но вы обязательно попробуйте. Так, ну здесь старая схема, которая мне показалась интересной. Смотрим, нет ли никого. Не, никого нет. Значит, идем. До свидания. Здравствуйте и до свидания. Мне казалось, там что-то мелькало. Хорошо. Так. Так, лаги, лаги. А я знаю, в чем причина лагов. Ну, а нам нужно дойти до сохранения. Стоп. Стоп, стоп. Просто посмотреть, нет ли тут что-то ценного. Интересно. Нет, мне кажется, или мы до сих пор как-то игру не начали толку. Ну, то есть, как будто мы докуда-то выбираемся. То есть, нет определенной кат-сцены, до которой мы должны были дойти с вами. И поэтому нет наших друзей. Мы как-то в одиночку ходим... Ого. В одиночку ходим, секретничаем по этой... Альт нажал. По этим А если глушитель снять? Или что я нажал? Сейчас, секунду. Такая болтовка. Фига, он крепкий. Ты офигел таким крепким быть? Потихоньку, помаленьку идем. Блин, обалденная пушка. Ого, смотрите-ка, ну-ка. Удивительно. Во время перезарядки можно стрельнуть даже. Где баллон там вроде был? Ну,
Чё-то я не понял. Чё-то я в открытое пространство как-то вышел. Как лошары. Так, все. Все, мощно. Дико мощно. Дико мощно идем туда, к ним наверх. Поднимаемся, жопы дерем. Им. Гадам немецким. Фашистским. Так. Итак, первый. Первый пошел. Так, а какой же это? А, X. Надо нажать. Все, тихо, тихо, тихо. Нет, стоп. Стоп, стоп. Типа меня палят, да, или что? Идет-то над нами что кто-то текстурки застрял. Так, осторожно, самое главное потише. Фу, попал. Думал промахнуть. Как вы хотите, как стелс, как тихое прохождение, так и размеренное, так и мощное прохождение. Кстати, можно еще ножик использовать. С двух сторон тут могли нас обойти. Отлично, грену можно еще швырнуть. Надо не забывать, кстати, об этом, а то я часто ими не пользуюсь. Экономлю как-то, не пользуюсь. Предпочитаю перезаряжаться сразу. Так, он что, выжил? Чтобы косяков не было. Блин, что у них там кнопка, которая при малейшем движении сообщает о том, что нужна подмога и прочее. Так, ну, самое главное, чтобы я шел правильно, блин, а то... Давайте сюда пойдем. Ого, статья открытый музей обороны Нормандии, Париж. Нам либо туда, либо нужно просто найти ключик. Секретный. Секретный немецкий ключ. Я тут пришел. Ладно, давайте не будем медлить, поэтому отправимся туда, куда нам указывает вот эта дверь. Я, конечно, понимаю, что там может быть ключ, секретное какое-то место, но ладно, пофиг уж. Так. Я даже не знаю, как называется эта глава. Так. Так, прошу прощения. Идем дальше. Идем к победе. Так, а здесь шел. Надо было отойти. Все, мы идем дальше. Так вот куда, вниз или вверх? Чуть так вот. Да. Давайте наверх сходим, посмотрим, что там. Ой, что тут ничего не видно. А, тут дверь закрытая. А тут не пройти. Хорошо. Отлично. Все, мы наружу. Попал. Мега круто. Ух ты. Да ладно. А, так у него не один патрон надо садить. Ничего. У этого тоже, походу. С каких пор-то можно стрелять?
Вот этот баллон, боюсь, взорвется. Давайте-ка мы его обезвредим сейчас. О, нифига, вспышка была. Так, ну что, что, мои дорогие друзья. Так. Куда мы и направляемся с вами, а? Шалунишки. Подожди, а где моя пушка вот эта? Вот она, классная. Дофига сам вон патрон. Как будто бутылку достают. Или что-нибудь такое достают. Палец из бутылки. Блин, мы здесь были же, ёкарный карась. Что-то я не понял. А, стоп. Стоп. Типа нам... Подожди, а типа куда надо-то? Мы здесь были, да, я помню. Так, нам не сюда. Или это просто похожее место? Что-то до меня немного не доходит. В чем прикол? Хм. Аптечку не берет, да? Непонятно. Ну ладно, давайте. Так, отсюда мы пришли. Значит, нам куда-то. Я даже не знаю куда. Так, ну здесь лодки. Может быть, там как-то пройти? Просто не помню, что нам нужно, ёб твою. Так, ну хорошо, давайте думать. Опять подумаем немножечко. Так, метательный нож. Надо им пользоваться, кстати говоря. Так, ну здесь что-то, видите, сломано, походу. Это пулемет, да? Временное оружие. Так, а, вот тут рычаг. Нет? Чё, нажать, что ли? Да ладно, да ёпта, а куда идти-то? Так, а что у нас там по заданию? Как глянуть-то? Что-то я не знаю даже. Да, ну странно, странно. Может, вообще не туда пришел куда-то? Так. Не, ну здесь никак, да? Мы там были, я помню. Мы туда уехали. А, подожди. Блин, я думал, она открылась. Не доходит. Может, сюда? Давайте здесь посмотрим, может, тут что-нибудь. Не, ну подожди, стой. Смотри. А, вот эта картина здесь не зря висит. Так, сейчас, секунду. Мне кажется, вот мы здесь не туда пошли. Нет, смотрите, здесь опять же. Так. Ладно, думаем. Еще надо думать. Может, как-нибудь стрелить? Нет. Чё-то ты меня никак не доходит. А, сейчас соображу. Так. Сейчас соображу. Ну, смотрите. А. Дверь, да? А, знаете, что может быть? Сейчас я скажу вам, что. Мне кажется, есть небольшая идея. Ну, вероятность, точнее, кое-какая. Может быть, нам куда-то стоит забраться. Сейчас посмотрим. Поищем, может быть, действительно. Ну, хотя нет, вряд ли, конечно. Потому что я здесь уже был, но тут сказано, что... Да, тут сказано, что нельзя пролезть. Ну, блин, в эту хрень пролезть можно, в принципе. Так. Так, сейчас все осмотрим.
Ну все, я смотрю. Все, я смотрю. Текстурки прогрузились. Вот это лодка. Слушайте, знаете, давайте. Давайте, может, доплывем туда. Попробуем. Все-таки в тот раз у нас была лодка, а в этот раз нету. Здесь вот трещит вот эта хрень. Там что-то мигает, значит, нам явно сюда можно было зайти. И тут еще проход обвалился, да, я так понимаю? Угу. Угу. Ну да, судя по всему, да, из хранения. И вообще нам сюда. Что это было? Как будто листок бумаги взял. Да, текстурки подгружаются иногда. Хорошо. Хорошо, мы выполнили небольшое препятствие. Так, здесь сохранение. Это намек. Что-то часто сохраняется все как-то. Неужели тут этот путь, который мы только что с вами прошли, 15 метров, неужели он был очень опасный? Так, вот это что за хрен только что прошел? Парень! Камешек туда кинуть бы. Так. Ну, где он там? Так. Тут больше ничего. Ждем. Неохота что-то вылазить на него. А может стоит? Че это такое? Да. Вот и все. Чпунь. О. Эй, в голову. А тут баллон был. О, подожди, он что, валяется и стреляет? Фига тут технологии в игре. Я шучу. Ну-ка. А где двоих? Откуси-ка моего свинца. Сейчас всех накормим. Спрятаться. Новое оружие. Шок-хаммер. Пока вот этот диск полностью не заполним, с тобой будем... С собой можно будет носить, наверное, да? А чё это, дробовик, что ли? Я так понимаю, это что-то низкоскорострельное, да? Это к шок-хаммеру нашему. Или как он там пишет, читается? А, подожди, это типа шокера, что ли, да? На ближних дистанциях или чё? Сейчас мы везде сходим, посмотрим, тут закрыто, да? А вот там? Ну да, да. А, нет, смотрите, что-то убойное. Вообще какой-то тормозной чувак. Ну, патрон тут души дают. Я думаю, даже уровень сложности, как в Dead Space. Помню, играл, уровень сложности поменял, тут же сдох. Ну, непривычно просто сначала. Ну, тоже непривычно, не ожидал. Вот, тут тоже можно поменять. Чем сказал, даже успел прочитать. Чем сказал, чего молчите? Ладно, не важно. Молчите. Молчите. Лучше смотрите просто. Опять картина. Вот здесь какой-то... что это вообще? Что за... человек. Так. Идем. Подожди, мы же... А, время гранат. Ой. А зажимать-то их можно? Я думал, зажать можно. Стопа. Ну-ка. А гранат больше нет, да? Ну-ка. Попал. Так, берем нашу вот эту вот хрень. Мощную. Промах. Тихо. Мне показалось, вот там кто-то еще палит. Перезарядимся. Так, короче. Блин, не то. Не то. Где мой я? Вот. Хрена. Знаю, знаю, где. Патрончики. Все, перезаряжай. Вот это против толпы нормально. Так, ну все, дальний бой пошел.
Надо циферки запомнить просто. Попал вроде бы. Быстрого сведения, что ли, нет, или чё? Звук такой, как тоже метро, по-моему, 2033. Ну, когда собираешь всякие трофеи. Так, все, куда теперь, сюда, что ли? Блин, не смущайте вот этими хренями. Здесь закрыто. Ну так, дверь для эффектности. Да, друзья, не забываем подписываться, ставить положительные оценки, потому что чувствую, сейчас что-то будет. Опять катсцене 30 FPS.